Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами Павел. Мы продолжаем играть в игру «Охота на зомби». Итак, ребята, охота началась. Получите, получите. Ребята, мы продолжаем играть в игру. Сегодня нас также ждет очень много всевозможных охот. Сегодня мы будем развивать наши соковыжималки. Стреляем транквилизатором по зомби. Отличненько. Ждем нового зомбяка. Вот он, отлично. Получи, получи. Поздравляем, ты заработал свой первый официальный значок мастерского захода от Интергалактической Лиги Истребителей. Собери еще 4 значка и получишь первое звание. Так, зомби пойманы, отлично. Давайте перейдем. Куда мы перейдем? Нет, мы продолжим ловить зомби. Еще один дрон нашел зомбяк. Мы опять на болото. Кидаем, как обычно, приманочку и встречаем зомби. Как мы его опередили, он даже не успел опомниться и кинуть свой молоток в нас. Приманочка, убегаем. Ты куда побежал? Получай укольчик в попу. Отлично. Бежим дальше. Возьмем монетки, приманочку. Спрячемся. И опа! Так, нас оглушил, оглушил. Стреляем! О, поймался, который кусался. Ес, ес, ес. Мы собрали еще зомби. Итого у нас два значка. Мы в кафе. Загружаем наши зомби-выжималки. И начинаем делать лимонадик. Так, так, так. Сюда. Ой, одного не хватает зеленого. Жалко, не получится заполнить. Так, давайте улучшим экипировочку нашу, ранец. А монеток пока не хватает, ребят. Будем копить денежку, как говорится. Торговля идет у нас очень хорошо. Коктейльчики расходятся. Время полета увеличим. У нас два улучшения прошли по ранцу. Вот эту зомби-выживалку надо улучшить. Который делает желе, насколько я помню. Так, пойдемте снова на охоту, ребята. На охоту будем искать зомби. Вперед, Эй-Джей. Охота началась. Спрячемся, спрячемся. Оп, оп, промазали. А теперь мы его догнали. Так, надо поменять оружие. Приманочка, спрячемся. Оп, нас оглушили, нас оглушили. Ой, был только один выстрел. А нет, нет, еще есть выстрелы. Отлично, отлично. Зомби пойманы.
Ха-ха! И ты попался, который кусался. Итак, третий значок мы получаем. Осталось еще два, и мы получим какое-то звание. Ага, включаем отжим. Отличненько. И здесь. Снова на охоту, ребята. Снова. Нам надо развивать наши кафе и ловить как можно больше зомби. Вы прекрасно это понимаете. Так, вперед. Дождемся, давайте, транквилизатор. Осталось совсем немножко. Две, одна секунда. Вперед, вперед, вперед на охоту. Транквилизатор, приманка. Убежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря мы использовали транквилизатор, только потеряли выстрелы. Ой, здесь мы никого не поймали. Жалко, жалко, все были под защитой этого зомбика, у которого была одета, я не знаю, это мусорка какая-то металлическая или что, непонятно. Так, лови, лови, лови. Ой, здорово нас он молоточком-то оглушил. Ну подожди, 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 мы тебя догоним. И еще раз. Отлично, мы его поймали, поймали, поймали. Так, болотце. Ой, опять этот с защитой. Так, давайте его обгоним, да, их обгоним. Теперь, так. Так, а этого не удастся, наверное, нам, ребята. Нет, нет, не получится. Ну, хотя бы заработаем несколько монет, и то хорошо. Да, немного мы поймали, немного. Новый уровень. Нам доступно улучшение зомби-выжималки. Так, так. Загружаем эти зомби-выжималки. И отправляемся снова на охоту, да? Новая охота. Транквилизатор. Не, выбираем все-таки гарпун. Приманочка. Опа! Бегом, 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 быстрей, быстрей, быстрей. И этого мы вряд ли догоним. Чуть-чуть монеток хотя бы заработать, да, да. Ну что, приманка. Ну куда ты торопишься? Мозги, мозги. Догоняем зеленого. Поторопились. Пойман, есть, 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 есть. Отличненько, отличненько, ребята. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий «Охота на зомби». Ребята, нам нужна ваша помощь. Новые зомби, смотрите, у нас два дрона ждут, чтобы мы искали зомби, ловили их, вернее, они уже нам нашли, нам осталось только их поймать. Ой-ой-ой, ну куда ты побежал, куда ты так далеко бежал? Получи, получи. А ты что, не вылезаешь?
Ты посмотри, твои друзья давно уже вылезли. Ой-ой-ой-ой, это под защитой металлической мусорки. И еще один, ну ничего себе, вы, братья, даете. Ну стреляй, 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 стреляй. Нет, нет, не получится, не получится, да, это слишком мощно. Мощная защита, нам надо какое-то другое ружье. Или сеть. Сетемет. Но сейчас оно недоступно. Ха-ха. С бочки этому пробьем. Не с первого раза, конечно, но попытаемся успеть. Еще, еще, еще один выстрел. Есть, 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 есть. Мы его поймали. Наш дрон его поднял и увозит в кафе. Продолжим охоту, продолжим. У нас второй дрон. Так, транквилизатор. Давайте поменяем на сетемет. Три выстрела, я смотрю, есть. Да, сетемет, конечно, хорошее оружие. Но его надо использовать на нескольких сразу зомби. Ой-ой-ой, или вот на таких вот, которые хорошо слишком защищены. Давай, 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 давай. Вот поймали, смотрите, мы успели, успели поймать. Так, убегаем, убегаем. Ой, опять, опять это под защитой такой мощной брони. Стреляй, 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 давай, стреляй. Жалко, жалко, убегает. Есть, 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 одного поймали, синего. А желтенький-то убежал. Жалко, конечно. Ну, что делать? И такое бывает. Ничего страшного, ребят. Так, наполняем нашу зомби-выжималку. Так, тут процесс продолжается. Так, снова на охоту, ребята. Снова охота. Охота, охота. Ой-ой, поторопился, что же такое? Да что же такое? Не торопись. Вот так вот, да, есть, есть, есть. О, этот с бочкой. Не получится, да, жалко, жалко. Не получилось его забрать. Ну, что делать? Приманочка. Привет, мы здесь. Где твой второй друг? Как мы хорошо уклонились от его грозного молота. Есть, есть, попался зеленый. Хотя мы сами зеленые. Вот тут сетемет нам пригодится, мне кажется. Вперед, вперед! Ой-ой-ой-ой-ой, один промазался. Одного мы не успели взять. В кафешку? Нет, у нас еще один дрон есть, ребята, еще один дрон. Давайте его используем. Новая охота, новые зомбяки. Сеть выбрали. Вот так вот, как хорошо. Одним выстрелом сразу троих мы поймали. Неплохо. И что ты не выходишь? Ой, мы попали в летучую мышь. Ударились о нее. Ой, не успеваем, не успеваем. Нет, нет, не успели. Какая жалость. Ой, летучая мышь помешала нам. А ты что, брат, делаешь тут? Что за прогулки? Опять, опять летучая мышь. Да подожди ты, куда ты побежал? Стой. Да, 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 да. Так, еще одного, ребята, еще одного. Зеленый, давай. Ой, промазали мы. Стреляй! Попался, который кусался.
Так, давайте наполним вот эту зомби-выжималку. И зелененьких надо. Так, эту. И сюда парочку. Вернее всего их три. И сюда зелененьких два. Улучшить зомби-выжималку. Надо 2500 монет. Сейчас у нас их нет. Ну, секундочку. И мы их наберем. Отлично, улучшаем зомби-выжималку. Мы набрали 2500 монет. Теперь она будет приносить нам больше прибыли. Да-да, работай, работай. Так, новую партию зомби. Зомби-выжималку мы загрузили. Итак, еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И наш дрон найдет новых зомби. Давайте посмотрим рекламу и ускорим процесс в этой зомби-выжималке. Отлично, отлично, отлично. Смотрите, как быстренько турборежим включили. Хо-хо. А как раз наш дрон нашел зомби. Неплохо, неплохо, ребятки. Вперед. Зомби обнаружены, чтобы нам выбрать сетемет. Сетемет недоступен, транквилизатор. Отлично. Началась охота. Ну, тут можно обычным гарпуном. Попался желтенький. Тут тоже один, что-то их тут маловато. Нет, надо прятаться, наверное. Прятаться, прятаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получи, получи. А вот тут бы не помешал сетемет. Но у нас транквилизатор есть. Транквилизатор, да-да-да-да-да. Ой-ой-ой, зря-зря-зря-то стреляю. Так. Двух мы парализовали. Всего лишь два зомби. Жалко, третий-то ушел. Коснись, чтобы повысить уровень. 12 уровень. Ребята, мы открыли новые продукты. Новые зомби у нас будут. Какие-то малинового цвета. Даже не знаю, что и как правильно назвать этот цвет. Так, купить. 1500 монет. Ой, у нас и чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть, 55 монет. Давайте снова на охоту. Снова на охоту. И будем покупать эту новую зомби-выжималочку. Тем более наше время подходит уже к концу. Ой, 2-2. Да, нормально они нас оглушили. Бегом, 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 бегом. Да и стреляем, стреляем. Ой-ой-ой-ой. Промазали. Получай. Получай. И ты получай. Так, поймали троих. Еще троих надо найти. Давайте вот этого и одинарного. Он под защитой бочкой. Но я думаю, что мы его догоним. Оп, получи, 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 получи. Так, еще одного ждем. Надеюсь, он вылезет без защиты. И мы его быстренько поймаем. Да, 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 отлично. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Четвертую значок мы получаем. Отлично, еще один значок. И мы получим какое-то межгалактическое звание. Вау. Давайте посмотрим видео «Освободи зомби». Что это такое, непонятно. Плюс 3. Забрать зомби. Да, мы посмотрели рекламу. Я ее вырезаю, конечно же. Возвращаемся в кафе, давайте наполним зомби-выжималочки. Итак, а тут там не хватит, тут зеленых нету. Так, купим новую выжималку. Куткейк. Или каткейк. Пирожные, я думал, их только дети покупают.
Люди покупают все, что мы им подсовываем. Они как будто подсели. Ха, вот это злюки. Ну что, ребята, будем прощаться. Всем до скорых встреч. Всем пока.